Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Микс Гейм. Ну, а пока в Last Day on Earth Survival у нас нет никаких прикольных обновлений, да и вообще, в принципе, нет обновлений. Рейды как-то немножечко уже подзадрали. Но все равно рейдики будут выходить на канале. Мы с вами поиграем в другую выживалочку. На канале уже был один ролик. Это клон Last Day, но в японском стиле, в стиле анимешки. Ну и, в общем-то, погнали, наверное, играть, гонять. Так, у нас с вами задача сегодня построить какой-то мини уже домик, да? И как-то уже обжиться. Кстати, строится тут вот таким вот образом. Ты выдвигаешь квадратики и потом уже фигачишь. Так, сделаем, ну вот так хотя бы пока. Два на три. Это мой трупак лежит или что это? Нет. Блин, плохо, что она... так что вон ты скайп истории. Плохо, что нету этого... Как его называется? Русского языка. Так, у нас тут какой-то зомбачок. Кстати, кувалду нашел. На этом, на локации вообще нормально мочит. Такс, еще один тут подбредает. Давай, иди сюда. Иди сюда. Нам бы не мешало с вами уже что-то покрафтить. Сделать сундучки. Так, во-первых, вот это вот нужно изучить. Нечаянно сбросил, блин, свои очки. То, что можно было изучить. Достиг я уже 7 уровня. Так, нам необходимо сделать, во-первых... Ну, кстати, уже много что я тут могу открыть, да? Так, по 7 уровню это вот посуда, да? Дубиночка, кстати, мотик уже можно соорудить. Ну, к этому нам еще рано. Поэтому мы будем по-простому. Блин, а у меня заполнен рюкзак. А палатку я что-то могу же положить? Вот... Так, мы с вами сделаем, освободим место. Теперь зафигать. Да какой топор? Ё-моё. Я взял топор, сделал. Ну как так-то? Так, ладно, хорошо, тогда мы выбросим бутылочки. Сюда пока что положим семена. И наконец-то скрафтим сундучок. Так, один есть. Так, его тоже надо вот так, да? Я правильно понимаю? Окей. И я, наверное, думаю, сразу второй надо скрафтить. Сколько тут? Места-то, наверное, немного. Хотя, смотрите, неплохо. 12 этих. Я полагаю, что вот это все пока нужно переместить сюда. Такс, 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 такс. Вот это готовое мясо, я так понимаю, это нет. Топорик мы оставляем. Бинты, дерево, камень пока, наверное, оставим. Сейчас мы посмотрим, посмотрим, что будем делать. Я предлагаю еще по крафту пройтись. Во-первых, ага, у нас травы, да, нету больше. А, вот трава. Трава есть. А, грядка, станок. Станок, станок, это для производства дерева, я так понимаю. Для начала, думаю, нам нужно совладать с едой, поэтому мы сделаем с вами грядку и костер, чтобы мы могли что-то уже готовить с вами. Так, теперь это дело мы все сейчас с вами установим. Давайте костерчик пускай здесь будет, грядочку
Сюда забабахаем. Отлично. Так, семена у нас тут были. Можно поставить ножку, жариться. Так, так, так. А, семена у нас были вот здесь, да? Вот здесь. Кстати, вот эти вот штучки, я так понимаю, можно сразу их использовать. А такой у нас уже есть, да? Вот такого, по-моему, третьего нет. Ага. У нас третий и первый есть, поэтому их, по сути, можно вообще выкинуть. Они нам не нужны. А вот это... Так. А вот этого у нас нету. Сюда и сюда. Получается, для вот этой лампы, я так понимаю, какая-то, да? Или зонтик, бич амбрелла. А, это пляжный зонтик. Первый, пятый нужно и четвертый. Хорошо. Так, тут что мы хотели взять? Семена хотели взять. Зеркальце, телефон, это пока все оставим. Я уже пахну, я так вижу, тоже как в Last Day. Так, сюда. Поставили готовиться. Тут у нас выращивается тыквочка. Тыквочка. Тут мы можем, получается, приготовить мясо, да? Но нам нужны дровишки. Дровишек у нас нету. Значит, я предлагаю сходить на локацию, пока вот это все выложить. Топор у нас есть. Это что вот у нас такое? Какой-то зомби-экстракт. Как его использовать, мне непонятно. Мы его отложим. Ну и все. Пожалуй, вот так вот пойдет. А, кстати, мы здесь же можем с вами тоже все порубасить. Мы ж тут еще с вами дома даже не зачищали локацию, поэтому стоит это сделать. А, кстати, траву можно добывать прямо вот здесь, но нужен, но знаете, что нужен? Нужен меч. Это странно, но это так. Кстати, я с этим даже сначала не разобрался. Как вообще эту траву? Я думал, ну где же ее взять? Оказывается, ее тупо нужно рубить мечом. Кстати, авто не работает. Работает только как достигаешь 8-го левела. Поэтому сейчас мы скоро зафигачим. Пока придется вручную все порубить. Так, а ты травку будешь собирать, нет? Отлично, 8-й левел достигли, а теперь, я думаю, будет авто работать. Да, теперь работает авто, теперь на авто погнали тут все собирать. Поначалу левел, в принципе, быстренько набирается. Нет, игрушка сделана, стилизована, в принципе, неплохо, да? Телочка у нас такая, это, модненькая прям. 14 получается у нас у кувалды. Урон. Вот это что такое, я не знаю. Бег 5,7. Скорость атаки 1,2. Рюкзак 18 слотов. 8-й левел, хп 110. Кстати, мы хотим уже и кушать, и пить. Надо за этими параметрами тоже не забывать следить, поэтому давайте-ка мы ее немного подкормим. Правильно? Правильно. А вот что с едой делать?
Ой, точнее, с этим. Как его называют? С водой. Мне не совсем понятно. Нужно что-то нам скрафтить для... Так, кто там? А, я понял. Что-то скрафтить нам нужно для воды. Какая-то тазик. Так, где водичку нам добывать? Для воды, для воды. Ага. Вот эта штучка у нас для воды. Нужен вот такой материал. Ну, по сути, это у нас все есть. А что у нас, рюкзак уже полон? Але что такое? А чё не это самое? Ты не рубишь. Давай-ка, родная, фигач. Травушку-муравушку, травки, я так полагаю, нужно много. И, кстати, можно сделать сразу еще и кирочку. Так, травку рубим. Кстати, игрушка, когда вот я первый раз в нее заходил, она подтупливала и вылетала. Сейчас вроде идет неплохо. Такая. А, пить хочешь ты, да? Давай пока на ягодках как-то протянем. Так, а вот для этих деревьев нужен для сирени или что-то сакура, какой-то топор получше. Да, тут мы... Натака. Натака. Так, траву, 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 траву. Грасс. Грасс, грасс, рубим грасс. Отлично. Тут все у нас. Чин-чинарем. Ну и что, нужно поставить, наверное, уже готовиться. Это раз. Дальше. По ресурсикам. Смотрим, что мы еще можем с вами скрафтить. Меня вот эта байда интересует. Крафт. И теперь нужно ее с ручничком установить. Прямо вот здесь вот мы и поставим ее. А для нее какие-то бутылочки же, наверное, тоже нужны, да? А бутылочек у нас нету. А почта у нас вообще где-нибудь есть, нет? Так. О, кстати. Так, что такое? Что такое? Что такое? Кстати, у нас тут есть водичка и какие-то нам прибамбасики еще в игре дали. Сейчас, родная, ты попьешь. Сейчас, сейчас, подожди. На тебе. Смотрите, что мы делаем. Мы сразу с вами пустые бутылочки сюда. И, кстати, тут тоже используем. Пускай уже будет там. Блин, а я даже не видел, что у меня на почте есть такие фишечки. Смотрите, это, видимо, разрабы прислали. У меня еще это есть три консервы, есть три бутылки, полностью какая-то униформа, Cool West, Short Shots, юбочка, меч какой-то толковый. Ну, еще консервы, вода. Хм, нормально. Я даже не видел. Видимо, это после какого-то обновления. Все, с водой мы разобрались. Что теперь? Я думаю, нужно изучить вот этот стол. Скрафтить его.
Это, я понимаю, нужно для того, чтобы мыться. Радио. Пока не знаю для чего, но тоже нужно. Так, здесь теперечи, что мы делаем? По крафту, значит, мы можем с вами радио установить. Так, есть. А это... Так, тут нам нужно расширять территорию. Поэтому делаем вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Сюда заколбасим, значит, станочек. Есть такое дело. А, еще... Ага, радио появилось, у нас появился с вами теперь чат, ребята. Все, я понял. Это Word, это Friend, Coming Soon, так, и кланы. Но это все, так понимаю, будет в будущем. Нормуль. Да, то есть подходим просто... Так, стопэ. А, чат просто вот сюда нажимаем и все, да? Все, я понял. Радио понятно для чего. Нужно, знаете, что еще замутить? Нужно замутить еще один сундучок. Ага, дерева у нас не хватает. Ну что же тогда? Ну а тут, получается, у нас делаются дощечки. Нам нужно с вами намутить, во-первых, дерево. А затем... Я так полагаю, нужно начинать крафтить мотоцикл вот этот. Мы сейчас сразу его изучим. А, будку. Изучим. А, тут какая-то доска для сообщений. Вот этот, я понимаю, штука нам тоже нужна для производства слиточков и такого всего. Так. Так, бита. А это что такое? Так, ну оружие по-любому нужно сейчас изучать, какое есть. Поэтому изучаем. 14-й топор. Улучшенный кирка. Нормуль. По поводу одежды, я думаю, тоже стоит их сразу изучить. А вот забор оградки, пока это нам все, думаю, не интересно. Кстати, тут тоже удобно сделано то, что по позициям оружие, эквип, билд и чертежи. Ну что, друзья, сегодня мы с вами немножечко... Так, а что такое? Ты хочешь кушать или что? Что у тебя? Почему здоровье-то убавляется? Ну да, она жрать хоть хочет. Давайте съедим ягодки. Тут у нас уже ножки подоспели, так что с голоду не помрем. А, семена тоже сюда. Отлично. Так, теперь вот это все мы выложим. Так, 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 так. Ну, это, думаю, пока можно положить сюда. Ну и все, ребят. Вот на этом мы, наверное, с вами серию закончим. Какой-никакой мы уже с вами соорудили домик. Сделали радио, сделали столярочку. Один ящик, грядку замутили костер. И сделали еще с вами добытчик воды. Как там он правильно называется? Водосборник, да? Вот, в следующей серии мы уже с вами отправимся фармить на локацию. Нам нужно очень много теперь дерева и повышать с вами уровень. Всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был MixGame. Не забывайте поставить лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока. Чао.